Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофе Алекс Фокс, и сегодня мы находимся в скрейп-механике и будем делать обзор на постройки, которые выходили в последнее время. Всем йоу, друзья! И как вы понимаете, сегодня мы сначала будем начинать именно с тех построек, которые посвящены празднику Хэллоуин. Вот, и посмотрите, что у нас сегодня имеется. У нас есть вот такая вот ведьма, вот такая вот зеленая. А, сисястая, конечно, да. Вот, есть такие вот две тыквы, вот одна такая, и это, по-моему, кстати, лучше выглядит, чем это, да. А также есть, ребята, вот такой вот просто скелетон. Ну, вы думаете, вот что он висит, а ничего не умеет делать. Вот это нет. Саня, давай просто танцуем. Танцор у нас, ребята, скелетон такой вот сегодня. Диско. И знаешь, кстати, что мне интересно? А что будет, если его вот так вот просто скинуть, вот снять с этой веревки, на которой он висит? Вдруг он, знаешь, пойдет такой, встанет и чисто уйдет. Да он, скорее всего, в нашу сторону упадет. Ну, я не знаю, давай проверим это, Давай, сейчас нет, я вот так вот покину. Не, я думаю, сломать конструкцию ему. Какую, которая вот снизу стоит? Нижнюю, да, нижнюю. Ну, блин, не знаю, так он, давай, смотри, если... Давай рискнем. Давай, смотри, давай одновременно просто сломаем и то. Вот, и... О, он меня откинул, смотри, ничего себе! Он меня просто взял и откинул, типа, нет, не надо меня скидывать, не надо. Саня. О, нет, прям на меня чуть не упал. Я просто видел, как на меня летит такая голова в виде скелета, понимаешь, и все. Ну-ка, подожди, давай вот сюда его поставим. Давай просто его скинем. Так, подожди, он с этой стороны, да? Не, ну знаешь, со стороны он конечно... Не, со стороны он выглядит, конечно, очень даже круто. Ну, то есть реально похоже на скелет, особенно вот его черепушка такая, да? Вот. Не, вот голова мне ужасно его нравится. Просто она сделана. Просто смотри, как... Оп! Мне нравится присел голова, помедитировать немножко. И голова очень классно сделана. Да, реально, очень. Ребята, голова очень прям, ну прям похожа, реально. Мне все прям нравится, прям вот так вот устраивает. Я уберу мусор за Давай, тобой. Давай, давай. А я пока знаешь, что хочу? Может быть, давай реально попробуем скинуть его вниз? Давай, Саня. Давай, я пока весь мусор убираю. Он не хочет, нет, смотри, он все-таки... О, все, все, смотри, 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 все, полетело вниз. У нас там, ребята, еще один скелет просто снизу. Вот, мы вот того скелета, не, вот того скелета мы случайно уронили, то есть мы не думали, что он упадет так вот. А так, Саня, ладно, да, оставь этот мусор, он как бы здесь не нужен. Вот, и смотрите, давайте еще покажем вам вот такую вот ведьму. Я в чем ее прикол? Коронное место. В смысле, ты где? Вот здесь так, я сяду. Не, давай ты уже ко мне на к ведьме сядешь. А чё я? Она же двухместная, ребята, вот такой. Почему вот я взад от экстиски? Я не знаю, Саня, ну просто я как бы с рулем, поэтому спортивные такие места дела. Какие. Вот сейчас смотрите, вот такая вот у нас ведьма, которая а летает. А мы вернемся назад? Я думаю, да. Я думаю, нет. Вот мы еще умеем вот так вот типа делать. Не, ну ведьма тоже очень круто сделана, то есть я бы вообще никогда не смог прям, знаете, вот так вот все детально, вот все волосы, вот эту грудь, да, вот такой вот нос. Эту грудь. Так, такие губы, да, вот эту грудь, и тут, знаешь, такое прям это, прям подчеркиваем именно вот это, вот эту грудь, вот этот размер. Так, ладно, давай поднимемся. А че у меня ноги такие худые? Ну, потому что это ведьма, ты че, она же старая, ты че, она старая, и поэтому у нее такие... Приземлились там, где мы реально, стартовали. Реально, слышь, ничего себе, идеально как приземлились. Я же говорю, все будет идеально. Ну, аккуратнее врежься. Не так, да, нужно, ребята, как-то, теперь наверное... я займу свой слушай, трон. Слушай, надо как-то отлететь, чтобы ППС было побольше. Так, давай, все, я слезаю. О, хотя бы 15, 10. Оп, о. Так, ладно. Ну, смотри, у нас есть тут две тыквы, да? Одна из них летающая, а другая, в общем... Посмотри, что у меня в головах. А как я это посмотрю? Не знаю. Подожди, стой, стой, стой. Открой, 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 открой. Давай, заходи так. Ко мне, залазь ко мне. Блин, всё, а, пока. Друзья, а где тут вход? Пока. В смысле? А где тут вход? Подожди. А тут нет входа. А, то есть ты управляешь... Я думал, тут внутри типа вход. Не, вот, все, полетели. И что, ты тут типа бросишь меня одного, да? Вот так вот оставишь просто на произвол судьбы, ну понятно. Ну присаживайтесь. Да как куда присаживайтесь, если у вас там место-то одно всего лишь. Вот сюда залазь. Да не, я давай вот так вот сделаю как-нибудь. У нас Тартир, будет особенная тыка. Вот, все, давай. Полетели, взлетаем! Она так, такая... она что, она только. Что она сколоебит? Почему? В смысле, что происходит? Ты поставил сортир, у меня все лагать жестко начал. Да ладно, не, у меня все нормально. Давай уберу, давай уберу, давай уберу туалет. Во, все, ты вот слез, не лагает, все, нахрен. Ну-ка, дай-ка я поуправляю, дай-ка я поуправляю. Да, она проклятая. Ой, ой, ой! Че? Пока, Олег. Ай, тихо. Пока, Олег. А, у меня сейчас тоже вообще лаки дикие начались. Жесткий, да? Прям крышка, крышу срывает. Подожди, так, знаешь что? Ну, смотри, управление у нее довольно такое приятное, то есть она удобная. Чисто верно. Че, у нее тут открышка? Оп, тихо, оп. Не, она нормальная, тыква такая. И, ну, знаешь, мне очень даже сильно нравится, как она выглядит именно спереди. Вот именно само лицо вот такое, знаешь, устрашающее. Так. Давай, лети. Надо как-то... тебе, Саня, прилететь. Вот как-нибудь... Прыгивай. Оп, 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 тихо, тихо, тихо. Не, все, нормально. Так, а как мне выбраться теперь отсюда? А, вот так вот нажимаем на кнопочку и выбираемся отсюда. Так.
Так, все мы поломали, знаешь, скелета убили, тыкву сломали. Не, ну знаешь, из всех этих построек пока что, которые мы успели показать, мне больше всего нравится вот эта ведьма. Ну она потому что прям так детально выполнена и очень даже красивая со стороны. Так, ну а здесь у нас обычная такая тыква, которая просто вот умеет на колесах кататься, как бы и все. То есть такая ничего особенного в ней нет, ребят. Но так у нас сейчас Хэллоуин, вам нужно это показать. Йоу! Просто дрифт, это роулинг. Эй! Угадай, где я? Ты внутри. Да. А как не ты внутри сюда попал вообще? Ты в меня врезался. Реально? Да. Не, на самом деле я заметил, но я не думал, что ты просто во мне окажешься. Так, ну и смотрите, ребята, вроде бы все наши постройки, именно посвященные Хэллоуину, закончились, но не спешите так думать. У нас есть еще кое-что особенное, кое-что очень больших размеров, скажем так. А что? Вот, там? Смотри, Саня. Вот что я поставил. Да, это кто? Это скелет. Я не знаю, ребята, кто это, но я точно знаю, что есть то ли фильм, то ли есть какой-то мультик, вот, который, вот, в котором есть такой вот персонаж. Вот, мы нашли его в мастерской. Вообще, он такой ты здоровый. Прикол в том, что вот вы думаете, что это просто постройка, ей нельзя управлять, но нет, не все так просто. Нет. Родить ей можно или что? Да, Саня, ты можешь как-нибудь сесть? Ой, сейчас попробую. Я, наверное... Подожди, а вот эта стойка за нами пойдет? Ну, походу, да. А ты можешь, в принципе, может быть, как-нибудь сломать ее? Стойка не сможет за нами пойти. А ну, попробуй, давай, рискни, давай. Нет, она, видишь, она же присоединена к нам. А, да. Можешь сломать стойку и просто к ноге, может быть, там унитаз как-нибудь поставить и все. Так. Все? Убрал сейчас. Давай, так, садись. Ставлю что-нибудь. Вот это я хочу поставить. Ну, у меня будет свой личный руль. Блин, слушай, мне на самом деле и страшно спускаться с горы, это такое на этом, вообще жесть. Побежали. Чё, знаешь, погнали? Я больше ног ничего не вижу. Еее, погнали, Саня! Чё, блин? Ничего себе. Чё, блин? Мы идем просто по воздуху, что ли? Знаешь, как ты меня щемишь ногой, меня бьёшь? Саня, мы идем по воздуху. Мы идем по воздуху, ты понимаешь? Странно, что мы не падаем. Вообще странно, что мы не падаем. Не, потихонечку мы падаем. Нет, именно вот прямо, знаешь, так головой вниз или что-нибудь типа этого. Офигеть. Ну смотри, мы прям идеально приземлились вот так вот. И он идет и не падает, да ладно. Дун-дун-дун. И он, не, он такой громадный вообще. Со стороны, это че, он просто здоровый пипец же, да? Так, а вот сейчас чувствую, мы упадем, ребята. Ой, нет! Ребят, видите, я только покинул Олега, он сразу уже что-то сломал. А вот не надо было Сане просто покидать меня, понимаешь? У него рот открывается или что? Да, у него рот открывается. Подожди, сейчас я его поставлю снова, давай теперь ты попробуешь на нем как-нибудь полазить. Ты как ты сейчас залезать будешь, я не знаю. Да, придется ее заново спавнить. Да, давай заново заспавним, просто ту же самую деталь уберем и все. Сейчас. Так, давай это выбираем, да, и... Так, сейчас, delete, yes, okay, delete. О, есть, окей, есть, окей. Все, давай, ты готов? Залезай наверх быстренько. А я вот это пока сейчас уберу. Вот это. Так. О! Че такое? О, хрена меня откинуло. В смысле? Я залез, меня откинуло. Смотри. А, нет, все нормально. Ты че, Сань, ты че? Так, ну и че ты не понимаешь? Сейчас я вид от первого лица включу. Так там не... Ой, ты долгий какой вообще, а? Давай поднимайся быстрее. Ну? Только, ну че ты орешь на меня? Давай быстрее поднимайся, шуруй уже. А как дальше тут? Все, теперь еще раз на Е нажми. Вот всему учить надо. Так, теперь подожди, да, я поставлю унитаз на ногу. Не, я пока. Давай, вот все, можешь идти. Вот сейчас иди, я просто хочу посмотреть, как это будет со стороны смотреться, ребят. О, вообще жесть! Подожди, только рот открой, закрой, точнее, да. Офигеть просто, ребят. Ну это. Рот закрой. Да. Это такой гигант здоровый, ты, Саня, вообще. Я вот реально сейчас офигеваю с этого. Блин, круто. Офигеть, это и он, вот самое прикольное, что он не падает. Что его мне сказать, что он не падает, ты просто поцеловался с елью или что это? Это у меня роман с елью. Да. В общем, ребята, на этом наши постройки именно с хэллоуинской тематикой заканчиваются. Вот. И сейчас мы будем вам показывать уже вам нечто другое. Ну и, в общем-то, ребята, напоследок нам хотелось бы с Саней показать вам пару домов на колесах, которые мы смогли найти в мастерской. Как бы, и вот первый вот такой вот домик, очень даже прикольный, только очень странно почему-то открылась сейчас дверь. А, Саня сразу за руль сел, да, как я понимаю. Так, давай просто... Да, нет, давай погнали со мной, будем делать обзор на дом. Саня. Нет, с
все, сиди там внутри, поехали. Ты куда увезу? Меня повез? Не-не-не-не-не-не, пожалуйста, не надо. Оксаня, стой, остановить. Знаешь, как я сейчас делаю? Не, ладно, я так делать не буду, но я мог сломать тебе сейчас тут все, и ты бы уже не поехал никуда. Ладно, давай, что тут. Так, вот, смотрите, здесь у нас такая маленькая кроватка, да, то есть, как бы, ну, в принципе, нормально, уютненько тогда, знаете. Вот, потом тут есть туалет, и для кайфа больше ничего не надо, да, как бы. И это все, то есть, это вот такой вот... Тут ты чё офигел? Дай пройти, я не могу пройти. Так, закрыл мне, забаррикадировал. Чего? Я ту кнопку нажал. И чё? А, там, смотри, что-то открылось, ну-ка. Я не знаю вообще, для чего это сделано, но честно скажу, что... Ну, как-то слишком мало места внутри вот этого дома, да, вот на колесах и внутри вот этого грузовика такого небольшого. Не, а знаешь, что прикол? Это уютно все, ты знаешь, типа, приехал, потом открыл себе эту платформу, да, там где-нибудь возле моря. Да. Тут, да, покушал, еще бы сделали тут столик какой-нибудь, знаешь, который раздвигался бы как-нибудь, было бы еще круче, конечно же, да. Но я бы дал оценку 3, вот, не, конечно, внешне он выглядит бесподобно, ребята, согласен, да. Ну, а если вот внутри, то именно вот на, типа, атмосфере, по уюту, как бы, то я бы дал реально 3, потому что, ну, мне не нравится, вот, давайте. Ну, это, конечно, ребята, не первый, не последний наш дом на колесах, который мы заготовили для сегодняшней серии. Я, конечно, могу сразу включить дом на колесах, который будет пипец как лагать, вот, но Саня меня, наверное, не простит после этого, потому что он не любит, когда очень ты сильно тоже лагает. Бы не простил бы. Так, вообще, смотри, Саня еще вот этого не видел. Ребята, это я тоже нашел чисто рандак. Снова ты за руль садишься. Давай просто сделаем небольшой такой так, этот... Мне проще так заходить. Обзор на дом. Тут, в общем, тоже вроде бы уютно, тут, смотрите, есть печь, и тут есть холодильник. Знаешь, типа... А, я думал, вот это туалет. Я думал, что это холодильник, а это туалет. Смотри, да? Чего? О, ничего себе. Как, знаешь, как форточка такая чисто открывается. Да, прикольно. Знаешь, так. Это проверяешь туалет. Смотри, знаешь, здесь у нас такая кроватка. Здесь тоже, смотри, небольшая такая форточка тоже проветрить. Слышь, это вообще-то мой дом, и ты со мной спать не будешь. Понял? Это я должен был сказать. В смысле, ты что там такое открыл? Вот, фары включают. Подожди, дай посмотри. Я багажник открыл и фары вот. Оу, реально круто. Ну-ка, погоди. А сзади тоже что-нибудь есть такое? А сзади фары включаются? Понажимай на кнопки. Фары сзади тоже включаются, прикольненько. Но вот это уже, честно, знаете, не, внешне, конечно, этот грузовик уступает предыдущему, да, то есть именно дом на колесах. А ты, Саня, забыл убрать ступеньки, давай я нажму на кнопку. А я их не могу убрать. Я вот нажму на кнопку, вот, ну и внутренний дизайн, ну, конечно, грузовик сам по себе маленький, конечно, в ширину большой, именно поэтому тут уместилось там и кухня, и как бы все. Ну, а теперь, Саня, я вот не знаю, ребята, показывать вам вот этот грузовик или нет, который прям будет очень сильно лагать, но... Знаете, когда мы с Саней зашли туда, нам прям вообще в шоке были, типа, как вообще это давай, все сделали? Давай, я отойду подальше. Ты отойдешь подальше? Ну ладно, давай. Давай, я жду. Вот и лаги. А, нет, лагов сейчас еще нет, ребята. В общем, давайте пока у нас не лагает, мы вам просто внешне покажем его. То есть, вы посмотрите, как он, какой он, во-первых, здоровый, это раз. Во-вторых, как он идеально сделан, да, то есть, и реально, он такой классненький. Я буду делать, как в обзорах, когда выдача вот так проходить. Да. А вот теперь, ребята, начинаются лаги. Привет, 10 FPS, ну просто по-другому никак не сделаешь. До свидания. Нет, ты, может, тоже внутри зайдешь, покажу тебе? Я не смогу. Покажем зрителям, что внутри находится. Так, самое главное залезть. 5 FPS. В общем, ребят, смотрите, мы заходим. Слева у нас тут, ну что, тут у нас руль. Тут у нас получается, ну, можно водить самим грузовиком, да? Вот, потом тут у нас идет лестница, куда идет, ну, ведет наверх. А если за руль, тупо? Не надо садиться на руль. Хотя, кстати, ты можешь сесть за руль, у тебя будет меньше лагов. Вот, тут у нас такая чисто, ребята, уютненькая кроватка. 3 FPS. Вот, ну а теперь мы заходим в самую главную комнату, где находится у нас вот такой вот просто мега уютный диван. Я прям реально, мы когда зашли с Аней сюда в первый раз, мы прям реально были очень сильно удивлены. Вот, потом что, мы у нас тут есть... О, что? Что происходит? Подожди, Саня. О, тут еще стол такой чисто выдвигается, вот про это я не знал. То есть тут, ребята, у нас такая чисто раскладная кухня. Это прикольненько. Так, здесь у нас открывается вот такой вот холодильник. Так, давайте его закроем. Тут у нас вот такая вот печь. Ну, тоже давайте ее закроем. Вот, и тут у нас чисто последняя комната, в которой находится туалет и... Так, а душевая кабинка у нас есть какая-нибудь здесь? Нет, душевой кабинки у нас здесь нет. Но все равно выглядит очень даже прикольно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша серия по скрепмеханику подошла к концу. Надеюсь, она вам понравилась. Если вы поставили лайк, подписались на все наши каналы. Также не забывайте писать свои предложения по поводу следующей серии в комментариях. Также, ребята, вы можете построить нам что-то и отправить это в предложение в группу. Вот, мы обязательно это проверим. И, возможно, именно то, что вы построите, попадет в следующую серию. Вот, ну а на сегодня все. С вами были, как всегда, Кофе и Алекс Фокс. Всем пока-пока. Всем удачи и всем пока.